Ань. Ну и чего тебе? А что мы расскажем нашему мелкому? Что ему рассказывать? Ну, как мы познакомились, например. Ой, да говори, что хочешь. Это был осенний вечер, ехал с клуба утром. Открытый верх, дождь и ветер, но я был в шуме. Рассказать, что я напиздил твоему брату? Опа, он засал один приходить. Не стыдно тебе с сестрой было приходить? Обида ебаная! А если бы я ей напиздил? Ладно, я забираю ее к себе, и твой долг прощен. Но только чтобы я тебя не видел больше. Что-то ты приукрасил все. Да блин, я должен же быть крутым гангстером в глазах сына. Ясно, понятно.